Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас покупочки одежды размера плюс сайз. Как я обещала в своем инстаграм, кстати, ссылка на мой инстаграм всегда находится в описании, это внизу. Подписывайтесь, там мы с вами видимся практически каждый день, обсуждаем какие-то интересные темы. Как я обещала в своем инстаграм, я исследую рынок одежды плюс сайз, не ограничиваясь какими-то шаблонными магазинами, которые мы уже все знаем. Я пытаюсь узнавать новые магазины, новые источники вдохновения для меня, для моих видео и новые возможности одеваться стильно и красиво для вас. Я начала исследовать какие-то такие нишевые специализированные магазины, а также решила проверить обычные магазины с не плюс размером, и возможно ли там что-то найти для себя. Я исследовала обычный H&M, не раздел плюс сайз, я исследовала Zara, еще на повестке дня у меня несколько интересных магазинов. Собственно, давайте начинать, что же у нас сегодня. И как раз таки сегодня я хочу вам рассказать об одном инстаграм-магазине, специализирующемся на размере плюс, ну как на размере плюс, от 48 до 74 в интернет-магазине X-Lady V. Это производство города Новосибирск, совсем рядом здесь они находятся, практически соседи. Оттуда у меня вот такой вот замечательный улов в виде двух вещичек. Лаконичный рой, натуральные ткани отличного качества. Не могу не отметить отличнейшее просто качество пошива. Вот здесь мне просто придраться не к чему, все живые, идеальные. Это просто какие-то нанороботы делают эти вещи, потому что настолько все подогнано, все идеально. Классные, кстати, лекала для размера плюс сайз. И мне очень понравилась такая возможность, что
можно самостоятельно выбрать любой практически цвет той вещи, которая вам нужна. Также в магазине есть возможность предзаказа нужного вам цвета, нужного размера. И шьют они, если мне не изменяет память, аж до 74 размера. Поэтому абсолютно на любую очаровашку вещи сядут отлично. Давайте приступать. Это удлиненное худи. Потрясающего, просто какого-то желтого цвета. Вот я, вот так вот отлично передает цвет. Блин, это такой какой-то, знаете, я бы назвала этот цвет такой вот птенчик. Он такой, видите, только какой-то нежный, лимонно-молочный желтый. Он потрясающий. Его хочется жамкать, его хочется трогать. Довольно-таки длинное худи. Кстати, у меня оно в размере 56-60. Я скажу больше, что в это худи однозначно влезет еще как минимум дамочка на 2 размера больше меня, потому что мне он прям очень такой оверсайз сидит. В нем классно. В худи она или оно. В общем, в эту вещь очень классно закутаться. Я уже раз надевала вечером выйти из дома в такую уже прохладненькую погоду. Просто супер. В него закутываешься. Настолько уютно, настолько комфортно. В то же время не жарко. Это такой вот классический материал. Такой классический начесик изнутри. Но без утеплителя. Знаете, бывает такой какой-то флис прям начесище. А это обычная такая вот тонкая ткань. Но это не утепленный худи. Поэтому сейчас спокойно летом, вечером можно в нем прогуляться. Безумно мягкая, безумно классная ткань. Я в полнейшем восторге, уютная. Вторая вещь с этого магазина, которая у меня есть, это вот такое вот бордовое, наверное, такое винно-вишневое какое-то платье. Оно выполнено из натурального льна, боже. Я обожаю лен, особенно на лето. Потрясающий материал, он очень-очень приятный к телу. Да, он мнется. Но... не знаю, за то время, пока я его отснимала, ну вот у меня уже все изжамкалось, все измялось, хотя я его отпарила как следует перед съемками, но это лен всегда мнет. Ничего с этим не поделаешь, я просто смирилась и кайфую от вещи, безумно классное тоже оверсайз платье. Я думаю, что смело на размер, если не на 2, если вы больше, то вы однозначно в него прям со свистом пройдете. Широкие, очень широкие рукава, любая ручка также зайдет. Это также у меня размер 56-60 российский. Это платье-рубашка, абсолютная база. Обожаю платье-рубашки, потому что их можно носить как угодно, как непосредственно просто платье. Платье под ремень, как второй слой, как накидку на что-то. Идеальные швы, идеальное все состыковано. Просто качество выше всяческих похвал. Я всегда обращаю внимание на пуговицы, потому что именно эта деталь может оказаться слабым местом и портить вещи просто безбожно. Здесь же отличные пуговицы, выглядят классно. В общем, безумно довольна этим льняным платьем, однозначно его рекомендую к покупке. Ну и дальше вместе с вами будем исследовать рынок обычных магазинов. Сегодня я заглянула в магазин Zara. Ну, как заглянула? Зашла в интернет-магазин, потому что, к сожалению, в моем городе Zara нету. Но меня всегда спасает доставка. Конечно же, что-то остается в моем гардеробе. Но большинство вещей я возвращаю обратно, потому что, блин, у меня уже заканчивается место в гардеробе. Туда уже абсолютно ничего не влазит. Поэтому многие вещи я отправляю обратно. Поэтому я всегда обращаю внимание на возврат. Чтобы было там как минимум 2 недели на возврат, чтобы он был бесплатный и без заморочек. Давайте вам покажу, что же я выбрала для себя в Заре и расскажу о своих впечатлениях. Кстати, ребят, хочу попросить вас поддержать это видео лайком, потому что ваши пальчики вверх очень важны для меня. Во-первых, я вижу вашу отдачу, мне очень приятно. А во-вторых, это помогает продвижению видео, а соответственно, больше мотивации, больше возможностей снимать новые интересные видео. Показывать на своем примере вам, что можно в любом размере выглядеть прекрасно, можно находить стильную классную одежду, и для вас это же огромный плюс, потому что можете предварительно посмотреть, что-то отметить для себя, и потом уже без страха приобрести. Приглянулось мне вот такое платье-рубашка в Заре. Это у меня размер 2XL. Сзади есть поясок. Он вшит, соответственно, его никуда не снять и никак по-другому не завязать.
размер 2XL, и оно очень свободное. Я думаю, что если у вас параметры немного больше, чем мои, то вы тоже смело влезете в это платье, потому что оно достаточно свободное. 85% лиоцел и 15% полиэстер. Весьма неплохой состав. Лиоцел очень приятная ткань. Несмотря на такую немаленькую стоимость, вот откровенно, я вижу откровенно торчащие нитки. Несмотря на то, что состав у платья очень весьма неплохой, но вот здесь торчащие нитки, здесь торчащие нитки. Очень много торчащих ниток. Почему я придираюсь? Потому что когда я заказываю с Китая какую-то вещь, то я априори знаю, что будут где-то торчащие ниточки, я к этому готова, но там и стоимость, ну, как минимум в 2, а то и в 3 раза меньше. Здесь же я уже начинаю придираться, и мне бы, если честно, не хотелось видеть торчащие нитки. Ткань по составу классная, но она, к сожалению, просвечивает. Ваше белье должно быть прям идеально подобрано в тон кожи, оно должно быть бежевое, белое даже будет просвечивать, и это, конечно же, меня огорчает. Ткань очень легкая, в нем комфортно, приятно. А здесь мне очень понравились пуговицы. И у меня ощущение, что они действительно сделаны из ракушек, потому что сзади очень-очень похожи на натуральные такие ракушки. Платье весьма неплохое, но есть торчащий ниток, просвечивает ткань. Если вы готовы с этим смириться и вас не пугает цена, то я бы рекомендовала его к покупке. А следующая вещичка, которую я вам хочу показать, это брюки. С брюками у меня, к сожалению, посложнее ситуация. Это вот также размер 2XL, и это 62% вискоза и 38% лиоцела. К сожалению, моя попа немного больше, чем хотелось бы этим брюкам, поэтому они сели довольно-таки с натягом. Мне это абсолютно не нравится, поэтому нижняя часть, конкретно брюки, в Заре мне пока рано. По ткани, несмотря на то, что вот написано, что это очень даже хороший состав, вискоза и лиоцел, на ощупь это какая-то прям такая вот какая-то синтетика, плащевка какая-то. В общем, на общую ткань абсолютно мне не понравилась. Она неприятная. Они очень плотные. На лето, я думаю, в них будет жарко. Есть торчащие нитки. Я бы не сказала, что торчащие нитки. Это очень неаккуратные швы с торчащими нитками. А стоят эти брюки 3299. В общем, брючки я бы, наверное, не рекомендовала к покупке. Даже если вы немного в нижней части меньше, чем я, не очень приятная ткань. Летом в них, мне кажется, будет жарко. А на осень, ну, как бы, ткань такая струящаяся, мне кажется, она будет не совсем уместно смотреться. В общем, следующее, что мне приглянули в Заре, я давно ищу себе классную тельняшку, потому что, мне кажется, настолько базовая классная вещь, и мне бы хотелось иметь ее в гардеробе. В основном это какие-то странные тельняшки, либо там больше черного, либо там больше синего. А мне хотелось именно, чтобы это было белая тельняшка, либо с темно-синими, либо с черными, на крайний случай, полосками. Вот примерно как здесь. Но мне не понравилось, как она села. Она села слишком мало воздуха между телом и майкой. Она немного больше прилегает, чем бы мне хотелось. Я люблю больше все-таки такие вещи оверсайз силуэта. Размер это также 2XL, стоимость 699 рублей. И это 100% хлопок. Я не знаю, как они делают, но на ощупь вещь не похожа на хлопковую. Я бы сказала, если бы я просто с закрытыми глазами потрогала, я бы сказала, что это синтетика. Я не понимаю, в чем магия Зары. Боже мой. Слушайте, вот это я вам прям не могу не показать. Это настолько как-то ужасно все выглядит. Посмотрите на эти швы. Прям ужасно. Слушайте, качеством вещей меня Зара очень-очень огорчила. Следующая вещь, она экспериментальная. Мне хочется, помимо того, что открывать для вас новый магазин, показать, что можно находить классные, красивые вещи, а также мне хочется пробовать что-то нестандартное, выходить из зоны своего комфорта. И поэтому я решила заказать вот такую вот укороченную рубашку. Это размер также 2XL, 3299 рублей. И это 100% хлопок. Вот такая вот классная укороченная рубашка в технике шитье. Мне она понравилась. Она действительно очень такая
есть классная, добротная, но есть также опять торчащие нитки. Хватит торчащих ниток, вы меня огорчаете, Зара. Но шитье выполнено просто превосходно, мне очень нравится. Есть кое-где торчащие ниточки, но в общем и целом выглядит весьма неплохо. Честно говоря, вот по поводу этой рубашки я задумалась. Хочу ли я ее оставить или нет, но потом поняла, что я не знаю пока, с чем я это бы надела. Летом, допустим, как второй слой, я бы накидывала это на какой-то топ без рукавов, на платье. Наверное, если бы все же мой гардероб не был переполнен, возможно, я бы ее оставила как такую интересную деталь. В общем, по размеру села хорошо, есть даже достаточно много свободного места. Я думаю, что на параметре немного больше, чем у меня. Эта рубашка также сядет отлично. Здесь, кстати, к качеству ткани у меня претензий нет. Это чувствуется, что действительно хороший хлопок. Следующая вещь – моя любовь. А, вы посмотрите, это белый классный сарафан. Верхняя часть выполнена на резинке. И далее у нас идет длинная яростная юбка. Вот здесь также ощущается, что это хороший плотный, ну как плотный, не совсем такие уж плотные, но неплохой хлопок. Размер это также 2XL, стоимость 3299 рублей, 100% хлопок. Здесь две лямки, здесь опять также много торчащих ниток, это меня очень огорчает. Лямки не регулируются, мне подошли отлично. Единственный минус этого сарафана — это то, что он просвечивает. Да, к сожалению, белое белье через него даже видно. Только бежевое. Либо, если вас это не смущает, то можно и так. В общем, мне очень-очень нравится, как он выглядит. Такая вот очень пышная юбка получается. Так очень смотрится очень, как, так очень нежно. Я прям так вижу в нем себя где-нибудь на бережку моря. Эх, когда же я уже заработаю на море? И когда уже откроют хоть что-то? Вот, в общем, вот такое длинное классное платье. И, возможно, даже я его оставлю, несмотря на переполненность гардероба, но оно мне прям очень запало в душу. Очень классное. Здесь швы выполнены весьма неплохо, но, к сожалению, да, вот есть торчащие нитки. Такая особенность. И последняя вещь на сегодня, которую я вам хочу показать. Моя любовь, собственно, то, из-за чего был весь заказ, из-за чего я гонялась, из-за чего я зашла на сайт Зары. Готовы? Та-дам! Да, я очень хотела эту розовую рубашку. Блин, я в принципе очень люблю рубашки, потому что это очень универсальная базовая вещь. Можно носить и как непосредственно рубашку, как первый слой, так же, как и второй слой, накидывать джинсами, с брюками, с юбками, с платьями, с чем угодно. И этот потрясающий, яркий, сочный розовый цвет, кстати, мне можно комплект такой собрать. Вот, в общем, Zara 2XL и стоимость 2300 рублей всего. Это 100% хлопок. Это чувствуется, что хлоп, приятный хрустящий хлопок, плотный, ничего не просвечивает. Вот здесь швы весьма неплохие и прям по минимуму какие-то маленькие торчащие ниточки. Вот эта вещь, наверное, лучше всего по качеству из того, что я вам сегодня показала. Однозначно рекомендую эту рубашку. Мне, возможно, бы хотелось чуть большего оверсайза, но, хотя, с другой стороны, мне кажется, она села вот прям отлично. Прям больше и меньше не надо. Больше, если у вас параметры больше, чем у меня, ну, прям на сантиметр, на два будет еще нормально, может быть, но если прям сильно больше, то нет, потому что она прям, ну, не очень маленький такой запас воздуха между телом и вещью. А если вы меньше, то, конечно же, да, супер класс, зайдет великолепно, потрясающий цвет. А на сегодня все. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал, и всем пока-пока, до новых встреч.